Выпускные экзамены в школах закончились, и теперь для уже бывших учеников настала пора выбирать профессию. В Оренбурге набирать студентов на специальности разных направлений будут более 10 вузов. Виктория и Евгений – родные брат и сестра. Решили не затягивать с поступлением и пришли подавать документы уже в первый день приемной комиссии. Я собираюсь подать документы на специальность стандартизации метрологии, на аэрокосмический факультет и также на строительство. Я хочу подать на филологию и журналистику. Я получила практически высший балл по ЕГЭ, поэтому думаю, что поступлю на бюджет. Абитуриенты, как и в прошлом году, имеют право подать документы на поступление не более чем в 5 вузов на 3 специальности в каждом. Ребята, получившие за ЕГЭ высокие баллы, могут рассчитывать на бесплатное обучение. В этом году в самом большом университете нашего города сократилось количество бюджетных мест на бакалавриате и увеличилось на магистратуре. Сократили места на гуманитарные специальности, хотя они по-прежнему остаются в числе самых востребованных. Востребованные у абитуриентов специальности – это из технических, строительства, направления в области компьютерных технологий, физика. Но традиционно, конечно, востребованные остаются гуманитарные направления, экономика, юриспруденция, педагогика. В приемной комиссии абитуриенты должны написать заявление на зачисление, предоставить необходимые документы и написать согласие на зачисление. Также ребята могут получить информацию о специальностях вуза, задать вопросы по прохождению практики и дальнейшем трудоустройстве. Абитуриенты должны принести с собой для подачи документов это документ об образовании, документ, удостоверяющий личность, копию этого документа, 4 фото 3×4. А если абитуриенты по окончанию 11 классов, они приносят результаты вступительных испытаний, если это колледж, это среднепрофессиональное образование, вот, они проходят наши вступительные испытания. Это будет мое второе образование. В институт менеджмента я поступаю на менеджмент. Я вообще закончила музыкальное образование, я руководитель, я педагог, я бизнесмен и просто хочу именно, я с Казахстана и хочу просто в России обосноваться, поэтому второе образование. Я уверена в своих силах, если ты решил поменять жизнь в лучшую сторону, почему бы и нет, нужно рисковать, что-то бросать, что-то менять, и вот поэтому я здесь. Более подробная информация о поступлении представлена на сайтах университетов. Наталья Богданова, Семен Рассохин, городской телеканал ЮТВ.